погоне за прибылью водители ростовских маршруток часто нарушают правила дорожного движения. Обгоняют, подрезают друг друга, общаются по телефону. Водители маршруток живут по своим правилам, забывая о том, что везут пассажиров. Пренебрежение правилами иногда приводит к плачевным последствиям. Всего за 9 месяцев на территории города Ростова-на-Дону зарегистрировано 28 фактов дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, среди которых пострадало у нас 54 человека. Заставить водителей маршруток соблюдать ПДД в региональной госавтоинспекции решили при помощи скрытого патрулирования. Для этого инспекторы ДПС проехали по самым оживленным городским маршрутам со скрытой камерой и зафиксировали нарушения водителей общественного транспорта. Вот водитель маршрутного такси высаживает пассажиров вне остановки. Далее он не пользуется поворотниками, не останавливается перед стоп-линией. Кроме того, маршрутчики вообще не пользуются ремнями безопасности. На конечной остановке водителя уже поджидает экипаж ДПС, который выпишет водителю штрафы за все его нарушения. Пока инспекторы пишут протоколы, водитель смиренно ждет их решения. Технадзор в этот момент проверяет исправность микроавтобуса и тоже находит недочеты. Сегодня сотрудниками ГИБДД проводилось мероприятие по выявлению нарушителей ПДД среди водителей общественного транспорта. В ходе движения по маршруту ГПЗ-10 «Темирник» был зафиксирован ряд правонарушений водителей общественного транспорта маршрута номер 25. По отношению водителя составлено 4 административных материала. Общая сумма штрафов, которую получил водитель маршрутки за нарушение, составила 3500 рублей. Возможно, в следующий раз водитель этого маршрутного такси подумает, прежде чем нарушать правила.